Кызыле сегодня, в день президентских выборов, пройдет митинг-концерт «Крымская весна». Мероприятие, посвященное 4-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоится в 16 часов на главной площади Кызыла, площади Арата. Напомним, в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение этих территорий было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.